Ростовске, прости. Итак, приехали. Ростик поел, говорит, пойду поработаю. А лежит, дрыхнет без задних ног. Я тут смотрю чемпионат мира по волейболу. А что делают остальные? Остальные плавают под дождем. Купание под дождем. Ростик дрыхнет в этот момент. А, Кирюша в детский бассейн. Ну, я, может, завтра созрею. Непонятно, либо по ущелью. По ущелью там. Какие там лапушки? Белая скала, вот так что-то по ней рафтинг делают. Солнышко сквозь лес, красиво ж, да? А там вот течет река внизу. А тут у меня вот Кирюшка. Всем привет, скажи, да? Всем привет. Красота. Ну, Кирюха, красота? Да. Место, которое как мы назвали, сынок? Потайная пещера. Пойдем вовнутрь. Вот такие валуны тут на входе. И вот дерево через нее идет. Пошли, пошли вперед, пошли потихонечку. Вот такая вот пещера. Наверное, когда-то здесь протекала речка и вымыла в камнях вот этот проход. Да, красивые валуны мы нашли. Вот такие огромные. А тропинка проходит мимо вот этих коряк. Мимо вот этого большого луна. Вот туда, вот так тропиночка. Оп. А там опять течет река. До верхушка водопада.
такой. Куча зеленых красок. Все оттенки зеленого. Там он снег на вершинах лежит. Ну и серого. Снег увидел? Увидел, да. Ну там поселочек сейчас еще снимем. Тут еще вот один турист-путешественник. Так, кузнец работает, да? Нормальненький тут такой веревочный парк. С орлом и велосипедом. И со скалами подвешенными, и бревнами подвешенными. Такой прям стримчик. Вот пруд их не выдержал. И они обрушились. Так и произошел вход в эту пещеру. Это было приблизительно в середине позапрошлого века. После чего это стало фитом. Все нормально у тебя там сзади? Конечно, вас снимаю. Да, как вы уверены, на четвереньчиках карабкаетесь. О, какие камушки красивые. Сейчас эту тропу сниму с той стороны.
Я тоже тут не сплю. Татось. Тут щекотильный центр. Хотя где-то был последний раз щекотильный центр. А я чего лежу? Просто пальчиком сосуду. Проснулся, позвал. Говорит, пойдем под бочок. Принес его под бочок. А он давай палец посасывать и хохотать. Говорит, родители, вот тут что? И я говорю, сильно, у нас есть отличный план. Давай поспим, пока все спят. Он говорит, плана много. Проще сделать, чтобы все не спали, да? Я хочу. Не хватит хохотать. Никто не сосет пальчик. Ну что, язык покажешь? Не отдам, что хочешь. Все, мама поймала тебя, да? Вот эту штуку поймала. Да, поймала. Что ты тебе будешь? Опа, женщина. Притянула. Здорово, что ж ты ладно. Радуйся, радуйся. Попробуй вкусная штука. Ну, это вкусная же штука, скажи. Вкусная штука. Да все такое. Главное, сна не в правом, не в левом. Вообще.